Благодаря социальному проекту «Музыка души» Белгородской государственной филармонии жители региона могут познакомиться с уникальным звучанием карельона. Какие произведения включил в программу выездных концертов по городам и селам области непревзойденный исполнитель карельонной музыки Тимур Халиуллин и где их смогут услышать в ближайшее время? Сегодня в Белгороде стартовали поединки хоров. Любительские коллективы со всей России приехали показать мастерство в исполнении, в том числе и застольных песен. Лучшим предстоит сразиться в финале уже завтра на сцене городского дворца культуры «Энергомаш». Какой сюрприз ожидает зрителей? Белгородец Вадим Немков стал чемпионом мира по боевому самбо в категории до 100 килограммов. Как прошла решающая схватка и легко ли далась нашему земляку победа, секретами успеха спортсмен поделился с нашим корреспондентом. Благодаря социальному проекту «Музыка души» Белгородской государственной филармонии жители региона могут познакомиться с уникальным звучанием карельона. Какие произведения включил в программу выездных концертов по городам и селам области непревзойденный исполнитель карельонной музыки Тимур Халиуллин и где их смогут услышать в ближайшее время? Сегодня в Белгороде стартовали поединки хоров. Любительские коллективы со всей России приехали показать мастерство в исполнении, в том числе и застольных песен. Лучшим предстоит сразиться в финале уже завтра на сцене городского дворца культуры «Энергомаш». Какой сюрприз ожидает зрителей? Белгородец Вадим Немков стал чемпионом мира по боевому самбо в категории до 100 килограммов. Как прошла решающая схватка и легко ли далась нашему земляку победа, секретами успеха спортсмен поделился с нашим корреспондентом.